В этом видео я покажу, как сделать заказ через приложение Avon On. Скачиваем приложение и заходим в него. Здесь автоматически выбирается страна Россия. Нажимаем «Продолжить». Вводим свой компьютерный номер представителя. «Продолжить». Вводим пароль, который нам пришел в сообщении. Нажимаем «Продолжить». Здесь нужно указать пин-код для входа в приложение. Вы его придумываете свой. Здесь можно выбрать то, что вам удобно. Я использую пин-код для входа в приложение. Все, я зашла на свою страницу. Здесь есть меню, да, где можно делиться каталогом, смотреть свой баланс, акции, программы. И также сразу жирненьким у нас здесь видно «Разместить заказ». Нажимаю «Разместить заказ». Можно сделать заказ либо через онлайн-каталог, либо по коду продукта. Я делаю по коду продукта, заранее смотрю каталог и записываю себе коды, которые мне нужно заказать. Нажимаю «Разместить заказ». У нас высвечивается, какой сейчас каталог идет. Это каталог март. Сколько дней осталось. Нажимаем «Продолжить заказ». Я уже делала здесь заказ, поэтому у меня внизу вот сохранилось то, что у меня здесь есть. Но здесь пока просто каталоги. Смотрим ячейки и вбиваем коды. Здесь сразу высвечивается, какой товар я заказываю. Это очень удобно. Так что ошибиться невозможно. Количество ставим, например, 2, да? Много я не буду записывать кодов, для того, чтобы видео у нас не было совсем длинным. Нажимаю «Обновить заказ», когда я внесла все товары. Могу просмотреть свой заказ внизу, нажав на кнопку. Здесь у меня автоматически уже вбивается 3 каталога. Если они мне нужны, я их оставляю. Если они мне не нужны, я нажимаю галочку на квадратик, нажимаю «Обновить заказ», каталоги удаляются из моей корзины. И далее мы идем, нажимаем «Продолжить». У нас высвечивается следующий шаг и сумма заказа. Так как я уже в этом каталоге размещала заказ, у меня еще стоит предыдущая сумма заказа. Моя действующая скидка 30%, так как я представитель уровень платины. И мой любой заказ от 1500 идет на скидку 30%. Здесь можно посмотреть также спецпредложения, которые нам предлагают. Допустим, вот пакет «Сюрприз» из 5 средств 549 рублей. Если вам нужно заказать, мы нажимаем «Заказать» и добавляем его к себе в корзину. Также, если хотите еще посмотреть спецпредложение, нажимаете «Смотреть еще», либо нажимаем «Продолжить». Вышли на третий шаг размещения заказа. И здесь мы выбираем доставку. Доставка на центр Avon 109 рублей. Например, также можно разместить на пятерочку 139 рублей, либо на почту. Как выбрать? Выберите способ доставки. Пункт выдачи заказов. Мы нажимаем сюда точечку. Либо вот, да, есть курьерская доставка. Это вам привезут домой, если у вас в профиле указан адрес. Я нажимаю пункт выдачи. Как мне его выбрать? Фиолетовую кнопочку нажимаем «Выбрать пункт выдачи». Здесь вы вводите адрес, где вам удобнее получать заказ. Либо вы можете ввести свой адрес, и вам покажут ближайшее, что, где вы можете, пункты, да? Мне удобно получить заказ в центре Avon на Носовской, дом 5. Нажимаю «Выбрать этот пункт». Все, пункт выдачи у меня выбран. Я выбираю, как мне удобнее оплатить. Это может быть предоплата, когда вы сразу оплачиваете, да?
уже со скидкой, и вам высылают ваш заказ, вы приходите, его забираете. Либо оплата при получении, когда вы приходите в пункт и оплачиваете там при получении карты. Оплата после получения доступна только для представителей с 4-го каталога сотрудничества. Далее смотрим заказ. Да, то, что вот я заказала. А слева у нас светофор зеленый. Что он означает? Это значит, что все есть в наличии. Если красный заканчивается, желтый запас ограничен. И серый нет в наличии. Тогда он у вас просто не закажется. Обязательно нужно выбрать количество клиентов. И нажимаем «Продолжить». На 4-м шаге завершения оформления заказа я вижу, что куда у меня доставляется заказ, ожидаемая дата доставки, что у меня есть действующая скидка 30%, какая сумма моего заказа. Здесь также можно посмотреть расчет уже, да, то есть тушь 249 рублей, цена по каталогу 174 рубля, моя стоимость. Также у меня здесь добавлен вот пробничек, каталоги. 3 штуки, они у меня заказались в заказ, то есть, но мне они нужны. Если они вам не нужны, то вы возвращаетесь и, как я показывала галочкой, убираете их из заказа. Просматриваем. Значит, доставка на центр Avon 109 рублей. Если вы выбираете оплату при получении, то это идет процент за обработку платежа. И здесь я смотрю, сумма моего заказа 1962 рубля. Внизу у меня стоит база, это то, что сколько заказов я сделала за весь период каталога. Если вы делаете один заказ, у вас там и будет стоять сумма, которая сумма заказа. И предварительно, сколько я должна буду заплатить, 1454 рубля. Если меня все устраивает, я ставлю галочку, что я подтверждаю. И нажимаю «Отправить заказ в Avon». Все, мой заказ отправлен, и я его жду уже в ожидаемую дату доставки.